Над названием думали, у нас было много названий, мы хотели назваться и Пионерский проспект, и просто проспект, вот. А потом Игорь вдруг звонит, говорит, ты знаешь, говорит, я тут название придумал, говорит, Раут, вот. И тут же поясняет, а у нас в ансамбле русский, армянин, украинец, татарин, Раут. По сути, инициатором создания коллектива стал соло-гитарист Игорь Запьянцев. Вместе с Сергеем Горбуновым они не только приобретали аппаратуру, но и даже делали ее сами. Вскоре к дуэту примкнул Рафаэль Салихитдинов. Он солирует и играет на бас-гитаре. Даниэль Багдасарян играет на ударных и преподает в музыкальной школе номер один. Александр Боровик – военнослужащий, а вот в Рауте играет на клавишных. Самым сложным вопросом было найти помещение для репетиции. Откликнулся на просьбу городской театр. Полуподвальное помещение не огорчило профессиональных музыкантов. Всех нас объединяет любовь к музыке. Репертуар устраивает всех пятерых участников ансамбля. Все отдают предпочтение ретро. Это песни «Битлз», «Машины времени», Юрия Антонова, «Самоцветов», группы «Воскресенье». Главное достоинство Раута в том, что они играют и поют исключительно вживую. И это не осталось незамеченным профессионалами. Ребята из группы «Раут» решили играть живьем и пропагандировать то, что у них есть достоинство, честь, есть уважение к себе, самое главное – уважение к публике, к зрителю, которого они слушают. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, «Анапрегион».